вечер. В эфире «Известия главное». Меня зовут Евгений Гусев. Смотрите прямо сейчас. Открой окна! Окна открой! Чудовищная трагедия в Саратове. Почти двое суток весь город искал пропавшую девочку Лизу. Ее нашли задушенной. Подозреваемый в жестоком убийстве уже признался. От народной расправы его спасла полиция. Ближний Восток в огне. Турки ударили по северу Сирии. Зачем нужна эскалация застаревшего конфликта и к чему может привести источник мира? Выпустить пар. По Европе прокатилась волна экологических протестов. Неужели старый свет накрыла Грета-мания? Или эко-бунты – это просто хорошо спланированная акция? Кому война, а кому мать родна? Как сорвалось отведение войск в Донбассе? Кто виноват и почему ветераны так называемого АТО снова хватаются за оружие? Жертвы перестройки. Какое это правительство? Что, она за народ отстаивает? Людей, пострадавших от Горбачевской реформы, предложили сделать льготниками. Кто попадет на эти льготы, а главное, что и как они заслужили. Умер Алексей Леонов. Человек, который первым в истории дотронулся до Вселенной. Судьба моя, я сам. И показал всему миру пример истинного человека. На этой неделе весь Саратов, да и вся страна, двое суток следили за поисками 9-летней.